Привет всей честной интернет-компании. Тут мысли по голове кружат, танго расписывают, надо их выпускать в мир, знаете ли. Забавно мне бывает слушать о воплях по поводу социальных сетей. Не слушать и читать. Сегодня, каждый второй только об этом и орёт. А сесть в позу роденовского мыслителя и малость извилинами пошевелить. С какой такой стати социалки с такими популярными стали? Слабо? Или из извилин одна осталась, и та внизу, ровная? Думаю, что извилины такие у народа еще сохранились. Пыли, правда, присыпаны, песком общих знаний ни о чем занесены, но так еще ничего, извивается. Нейроны с одной на другую перепрыгивают, нервные клетки шевелятся. А жизнь бьет ключом. А понять популярность социальных сетей – никак. И главное, не только же детишки туда лезут, про игры поговорить, друг на друга посмотреть. Вполне взрослые люди там тусуются, инженеры всякие, бизнесмены с домохозяйками и пенсионерами. Некоторые совсем нехилые бабки на этом деле поднимают, другие полжизни на этих сетях оставляют. И кого только там нет. Да все есть. И педагоги, и маньяки, и секретные службы. И мы тут есть, само собой, без нас не осветиться. Дошло, почему социалки такие популярны? Нет? Писец, ладно, объясню. Потому что вы, люди-человеки, одиноки в своих квартирах. Одиноки душой и иногда и телом. Вот и прете сюда, в социалки. Это первая причина. А этих причин, как много. И мы вам их всех по полочкам разложим. Потому что если не мы, то кто? Так что подписывайтесь на канал, приходите почаще, тут будет много проистекать. На сегодня все. Всем пока!